ActiveCam 9141 – это IP-камера, оснащенная фишай-объективом. Модель транслирует видеопоток с максимальным разрешением 4 мегапикселя 2592 на 1520 пикселей с частотой 18 кадров в секунду. Разрешение 3 мегапикселя транслируется в реал-тайме. На борту присутствует широкий динамический диапазон в 120 дБ, функция «Область интересов» 4 зонами, антитуман. Также стоит отметить, что камера поддерживает облачный сервис видеонаблюдения Trassir Cloud. Модель имеет режим день-ночь, есть механический ИК-фильтр и ИК-подсветка с дальностью действия до 20 метров. Интерфейсы у камеры следующие. Разъем Ethernet, поддерживается питание по сети PoE, разъем для блока питания 12 вольт, аудио вход и выход, тревожный вход и выход. Есть возможность писать архив на карту памяти, поддерживаются карты microSD максимальным объемом до 128 гигабайт.